Всем привет! Сегодня мы дегустируем Дербентскую винодельческую компанию Дикаспика Совиньон 2019 года урожая ЗГУ Дагестан, Россия, алкоголь 12% объемных. Итак, наше вино светло-лимонного цвета с легким зеленым оттенком. Нос вина чистый, легкой интенсивности. В ароматике зеленое яблоко, груша и легкие ноты лайма. Во вкусе вино сухое, с умеренным, хорошо интегрированным алкоголем, со средней прессочной кислотностью, с легким телом. С достаточно легкой фруктовой концентрацией, в быстром и слегка водянистом послевкусии. В общем и целом, это простое вино на каждый день. В ароматике немного не хватает интенсивности и сортовой типичности, а во вкусе фруктовой концентрации и продолжительности. Оценка 81 балл, купил за 355 рублей. Cheers!